Пазлы, блокноты, раскраски и книги – все, что может скрасить будни самоизоляции. Общественники собрали 300 детских развивающих комплектов. Их передали представителям регионального министерства социально-демографической и семейной политики, которые знают, какая семья и в чем нуждается. Наборы для творчества получат дети, живущие в самарских селах. Сегодня, когда они находятся в режиме самоизоляции, им, конечно, очевидно, некуда девать свою такую ребятишечью активность. Мы постарались им придумать такие новые действия, чтобы они смогли не просто очень мирно пройти это время. Три набора передали в семью Ксении Чеплаковой. Она одна воспитывает троих детей. Дети рады подаркам. Настенька, а что ты будешь сегодня заниматься чем? Разукрашивать. Какая прелесть, действительно, принцесса. Это наши любимые раскраски, правда? Марк, а тебе что нравится? А я буду разукрашивать тигра. Помогут таким семьям и материально. С 1 июня по указу президента Владимира Путина семьи будут получать ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет. В Самарской области ее размер составит 5357 рублей. Получить ее смогут те семьи, чей средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Также эту выплату получат те, кто временно признан безработным. Планируется, что в области этой меры поддержат около 60 тысяч детей. Олег Зверев, Семен Безгинов. События.